жизненный опыт доказывает, что в окружающем нас воздухе содержится пятая часть кислорода по объему. Если быть точным, то 21%. Для того, чтобы это доказать, я взяла цилиндр, разделила его на 5 равных частей. Пятая часть в этом цилиндре именно кислород. Далее поджигаю свечу. Кислород – это единственный газ, который поддерживает дыхание и горение. В данном случае горение. Накрываю свечу цилиндром. И смотрю, что происходит. Свеча поднимается вверх. Она погасла. Значит, кислород, который был в цилиндре, поддерживал горение до тех пор, пока он был. Сейчас его нет. Поэтому горение свечи мы не наблюдаем. А вода, уровень воды поднялся до первой отметки, что доказывает нам, что действительно в воздухе содержится 21% кислорода.